нас во дворе 2 дня назад почистили хорошо, но просто техники, видимо, катастрофически просто не хватает. Да, у нас хорошо, не пожалуюсь. Как снег выпадает, так и убирают. Да, очень хорошо. Техника нынче хорошо работает. Ну и мы, мужики, помогаем тоже. Ну, ходить более-менее удобно, ездить очень неудобно, но сейчас прибирают. Да, регулярно. И в праздничные дни тоже. Отлично убирают, я прям доволен. Ну, 17 января последний раз убирали, нормально. Для машин как раз нормально, для пешеходов хуже. Вот, я даже не обращал внимания на это. То есть я даже не знаю, что доплачиваем или нет. Ну, так у нас согласовывают, у нас чат по дому есть, мы в чате, старшая предупреждает, как бы в основном все в чате общаются. Мы их знаем, когда у нас плюс объявление вывешивает. Так что вроде все устраивает. Нет, на ТСЖ они как-то сами это делают. Ну, конечно, платим. Ну, я ведь, наверное, и так плачу за это. Ты входишь в коммуналку? Ну, наверное, как нет. За все в этой жизни нужно платить. Я даже не слышала такого, честно говоря. Я не видела такую информацию. Ну, у нас же машины есть, мы убираем машины, за собой площадки убираем. Если люди не будут убирать, и трактор не поможет, он тоже не может ведь заваленные машины убрать. Я даже об этом и не знал, первый раз слышу. Планирую к родителям съездить и помочь. Если будет организовано нормально, грамотно, то почему бы нет?